Всем привет! Сегодня сделаем оригами пакет. Вот такой получается пакет. С другой стороны он выглядит таким же образом. В середине он открывается и получается довольно объемный пакет. Можно что-нибудь положить. Делать такой пакет очень легко. Для того, чтобы сделать оригами пакет, берем квадратный лист бумаги. Берем лист и сверху загибаем небольшую полоску. Наводим листочек. Теперь переворачиваем лист на другую сторону. И складываем листочек на бок вдвое. Наводим и переворачиваем обратно. Одну сторону загибаем на бок центральной линии. Переворачиваем листочек, ложим его по центральной линии, складываем и хорошо наводим. Переворачиваем листочек обратно. Теперь вот эту сторону переворачиваем и ложим вот по этой линии. Ложим листочек возле линии и наводим. Теперь вот этот листочек переворачиваем и просовываем вот под этот листочек. Вот так. Сложили листочек, хорошо наводим. Теперь я листочек разверну вот таким образом. Вот эту сторону переворачиваем и просовываем вот под эти листочки. Просовываем под самый нижний листочек. Берем листочек, переворачиваем, просовываем с одной стороны листочек и с другой стороны листочек просовываем под самый нижний листочек. Просовываем листочек до конца. Все складываем. Ложим. И хорошо наводим. И теперь у нас получается вот такой пакет. Вот в середине он открывается. Получается довольно вместительный пакет. Можно что-нибудь положить. Я надеюсь, что вам этот пакет понравился. Желаю всем успехов!